Национальная телерадиокомпания Узбекистана по заказу телерадиоканала «Узбекистан». «Узбектелефильм» представляет. Рано Закирова, Бекзот Мухаммадкаримов, Фируза Норматова, Дальнияз Гафаров, Данияр Хафизов, Бахадыр Нишанов, Якуб Ахмедов, Шадия Абдукадырова, Саида Раметова, Райхон Уласенова и Шерзод Баймурадов. Автор сценария Хилола Алимова. Режиссер монтажа Наджот Касымов. Художник по костюмам Фируза Гиясова. Звукорежиссер Фархад Шакаримов. Композитор Хуршида Хасанова. Художники-постановщики Мухаммадали Рахимов, Ахвалхуджа Сулихаджаев. Оператор-постановщик Султан Мурат Мырзахметов. Продюсер Рахматулла Мухаммедов. Режиссер-постановщик Хуршид Хасанов. Мачеха. А что случилось? Я потом расскажу. Дильдор, все в порядке? Что случилось? Это правда? То, что вы едете за границу. Почему вы молчите? Значит, это все правда. Дильдора. Почему вы до сих пор молчали? Я хотел рассказать. После свадьбы? Бабур рассказал. Еще и Бабур тоже знал. Значит, вы все вокруг знаете, кроме меня? Хорошо, что ваша мама сказала. А что в этом плохого? Мы мир посмотрим. Смотреть мир — это одно. А жить в другом мире — это совсем другое дело. А что вас беспокоит? У нас будет работа, дом, деньги. Вы подписали контракт и не посоветовались со мною? Но мы ведь не на всю жизнь уедем. Вы могли бы работать и здесь. Мог бы, но... Я не знала, что ваша цель — это деньги и богатство. Правда. Дильдор, вы не знаете, что такое нужда. Но ведь с любимым и рай в шалаше. Это все в книгах. А в жизни все наоборот. Я вырос без отца. И не желаю, чтобы моя семья нуждалась в чем-либо. По-моему, и у нас работы хватает. Сейчас на каждом шагу строительства. В таких специалистах, как вы, большой спрос. Я хочу изучить мировую архитектуру. Хочу ознакомиться с проектами, близкие нашему менталитету, культуре, образу нашей жизни. Что в этом плохого? Ваша цель мне ясна. Но среди ваших планов я не вижу того, что относится ко мне. Дильдора. Нам лучше не видеться некоторое время. Мне нужно все обдумать. Что обдумывать? Ведь скоро будет наша свадьба. А может, мы отложим свадьбу? Я чувствовал, что так и будет. Поэтому не мог рассказать. А после свадьбы вы думали, что я смирюсь с судьбой и пойду за вами? Тогда? Если я откажусь от того контракта, все будет хорошо? Нет. Не стоит. Я не хочу мешать сбыться вашим мечтам. Вы не понимаете меня. По-моему, мы вообще не понимаем друг друга. Дильдора. Всего доброго.
Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Идем. Вот, из-за твоей работы мы ускорили свадьбу. Я еле успеваю приготовить приданное невесты. Не спешите, будет свадьба или нет еще. И что это такое? Что ты мне говоришь? Мама, я ведь просил не говорить, что я уезжаю за границу. А если бы они узнали потом, то не обиделись бы, да? Получится, что мы обманывали. Они и так обиделись. И здесь ты прекрасно работал. Что тебе есть в чужих краях, а? Мама, мы ведь договорились с вами. Я не желаю зависеть от денег ее отца или ее дедушки. Ты представляешь себе, как это жить вдали от близких, а? В этом мире есть вещи, которые не купишь за деньги. Мы живем один раз. Кто не мечтает жить хорошо? Дильдора выросла в богатом доме. Я не хочу, чтобы она мучилась. Когда ваш отец умер, вы были еще совсем маленькими. Махаля помогла мне вас поставить на ноги. Мама, об этом вы рассказывали много раз. Если надо, я еще раз расскажу. Нехорошо это забывать добрые дела, сделанные для тебя. Я растила вас, чтобы вы стали полезными для общества, приносили пользу. Мама. Я хочу, чтобы вы были всегда рядом со мной. Перед свадьбой ты решила заняться фитнесом? Не мечтай. Я не пришла к тебе. Дельдор, почему ты меня недолюбливаешь, а? Что плохого я тебе сделала? У меня нет времени на пустые разговоры с тобой. Ты пришла к Бабуру, да? Интересно, а не станет ли это поводом для слухов, что девушка, у которой завтра-послезавтра будет свадьба, встречается с другим парнем? Я прихожу к своему брату, ясно? Какое мне дело до сплетен? Ты кого хочешь обмануть? Кому нужны эти представления? Что ты имеешь в виду? Что за представления? Ты думаешь, я не знаю, что ты просто дурачишь Бахадыра? Быть помолвленной с Бахадыром? Ты не хочешь выпускать из рук и Бабура? Ты сошла с ума. Ты что-то себе базаришь. В Махале не зря ходят слухи. Если нет ветра, то и верхушки деревьев не шелохнутся. Ты не можешь порвать надежду, связанную с Бабураке. Я поражаюсь тебе. Не всем дано сразу двух парней водить за нос. Отдаю должное. Не суди всех по себе, хорошо? Лиса. Как вы поживаете, сватья? Хорошо. Услышав недобрую весть, я сразу пришла к вам. Все в порядке? Что за недобрая весть? Оказывается, вы откладываете свадьбу. Ой. Откуда вы взяли такие разговоры? Мы вовсе не собираемся откладывать свадьбу. Но ведь ваша дочь сказала Бахадыру, что ей нужно время подумать. Говорят, после помолвки тянуть со свадьбой – плохая примета. Было бы хорошо скорее сыграть торжество. Я тоже такого мнения. Мы посоветуемся с мужем и скажем вам наш ответ. Ладно, тогда мы подождем. Я сама шью курпачу с хорошими помыслами. Все, что необходимо для свадьбы, я давно подготовила. Шахназахон,
Что с вами? Шахноза Хон. Да, конечно. Тогда ладно. Я пойду. Посидите еще, пообщаемся. Ладно, счастливо оставаться. Они еще молоды ведь. Зульхумор права. Люди могут неверно толковать наши с Бабуром мои отношения. Я и сама виновата в распространении слухов. Я слишком много провожу с ним время. Будет плохо, если эти разговоры дойдут до слуха Бахадраке. Я и так на эмоциях наговорила ему лишнего. Что я натворила? Аппарат абонента выключен. Возможно, он не в зоне доступа. Здравствуйте. Здравствуй. Что ты творишь? Почему, не посоветовавшись с нами, ты откладываешь свадьбу? Теперь нас обсуждает Махаля. Я не говорила, что остановила свадьбу. Просто попросила сыграть чуть позже. Зумрата папа приходила и сказала, что мы откладываем свадьбу. С таким характером ты ведь опозоришь отца. Но ведь все знакомые, соседи и в Махале уже прослышали про это. Что мы им скажем? Ты об этом подумала? Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое? Все в порядке? Да нет, ничего. Просто... Для чего приходила Зумратопа? Что-то случилось? Почему вы молчите? Отец, только вы не волнуйтесь, хорошо? Дельдора хотела остановить свадьбу, поэтому... Это правда? Папа... Я тебя спрашиваю, правда ли это? Вам нельзя волноваться. Пожалуйста, возьмите себя в руки. Если молодые поссорились, то снова помирятся. Ведь правда, Дельдора? Хватит. Мы... расторгнем помолвку. Если не хочет, пусть не выходит замуж. Рустамаке. Ты теперь успокоилась? Почему вы так ненавидите меня? Вы ведь сами все это устроили. В чем я виновата? Ты ведь сама останавливаешь свадьбу, Дельдора. Я не говорила остановить свадьбу. Я попросила отложить на потом. Я же должна подумать. Но ты ведь могла с нами посоветоваться. Ты ведь сама единолично все решила. Я знаю ваши цели. Вы хотите избавиться от меня, так ведь? Дельдора, ты все неправильно поняла. Я все знаю. Вы влезли в нашу семью. Забрали у нас отца. Я ненавижу вас.
Гузаляпа была права. Мачеха будет мачехой. Если бы была это моя мама, то она поняла бы меня. Я ведь просто попросила узнать друг друга получше. Из-за этого столько всего. Почему ты так поступила? Он, не посоветовавшись со мной, распланировал всю мою жизнь. Я поэтому предложила отсрочить свадьбу только для этого. Для этого не обязательно было откладывать свадьбу. Нет, ну ведь мог бы посоветоваться со мной. Почему уже сейчас он принимает за меня решение? Он знал о твоем упрямстве. И, скорее всего, именно так и поступил. Поэтому не сказал. По-любому он думал о тебе, ты должна была его понять. До сих пор никто вообще не интересовался моими мыслями. О чем я думаю? Всю жизнь вы за меня все и всегда решали. Бахадраке так же и как вы, даже не посоветовался со мной, принял решение и разозлил меня. Почему никто не хочет понять меня, а? Почему? Ты сама не хочешь никого понимать. Ты сама упрямая. Никого не понимаешь и понимать не желаешь. Все делаешь, как тебе хочется, и еще всех вокруг обвиняешь. Да, я такая. Не нравлюсь? Тогда скажите своему другу, пусть уезжает. Я не горю желанием. А он и так уедет. Что, других девушек ему не найдется? Возьмет и женится на другой, и уедет. Пусть женится. Пусть. А он не женится. Мне все равно. Вы тоже уходите. Оставьте меня в покое. Идите. Уходите. Я сказал, уходите. Упрямая. Вы отняли у меня отца. Я вас ненавижу. Я всегда боялась услышать эти слова. О, Зода, что же мне приходится переживать? Твоя дочь никогда не сможет принять меня за мать. Никогда не назовет меня мамой. Хорошо, хорошо. Сильнее, хорошо. Хорошо, хорошо. Молодец. Резче и легче движение. Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не пропускал тренировки. Смотри, как ты расслабился. Почему-то не хватает желания. Возьми себя в руки. Это только начало. Начало чего? Как чего? Семейных ссор, конечно. Если ты сейчас уже будешь делать то, что она пожелает, то потом тебе самому придется тяжко. Где она сейчас? Может, мне пойти к ней? На твоем месте я бы не пошел к ней так сразу. Пусть немного подумает.
Давай. Хорошо, отлично. Ну? Нет. Дильдора права. Ты меня предупреждал. Надо было мне тебя послушать. Мне нужно извиниться перед нею. Сам знаешь. Ладно. Удачи тебе. Хорошо. Увидимся позже. Дильдора, я обдумал ваши слова. Я был неправ. Простите меня. Хотите, я расторгну контракт? Почему вы молчите? Или вы разлюбили меня? Вы хотите полностью остановить свадьбу? Нет. Вы тоже простите меня. Я не сдержалась. Вы не обиделись на меня? Нет. Спасибо за то, что простили, за то, что поняли. Дильдора, давайте больше не будем ссориться. Мне мир стал немил из-за этого. Хорошо, но... мой отец рассердился на меня. Он хочет остановить свадьбу. За это не переживайте. Я сам поговорю с ним. Все объясню. Бабуроке, идемте потанцуем. Нет, нет, не сейчас. Иди сама. В чем дело?
Вон тот. Сегодня один пришел? Да. Может, проучим его разок? Пока рано. Можешь спугнуть его. Посмотрим, что он может. Идемте танцевать. Нет, нет, не сейчас, потом. Иди. О чем они там говорят? Да так, ничего серьезного. Просто общаются. Хорошенько следи за ним. Хорошо. Зря я пришла. Скучно мне. Ну, пошли. Ладно. Ты до сих пор не спишь? Нет. Бабур не говорил тебе, что собирается куда-то? Нет. Он до сих пор не вернулся? До сих пор не пришел. В эти дни он стал поздно возвращаться. Раньше у него не было такой привычки. Если он задерживался, то всегда меня предупреждал. Вы позвонили ему? У него телефон отключен. Может, он вышел на патруль? Послушай, ты не знаешь, с кем он встречается? Нет. Я звонила Азамаке. Его и там нет. Знаешь, Бабур очень открытый. Простой парень. Кто-то пользуется его простотой. Он раньше спиртное никогда не пил, а сейчас он возвращается домой пьяным. Я очень переживаю за него. Машина подъехала. Похоже, он приехал. Где ты ходишь так поздно? Я же сказал, чтобы не ждали меня, мама, что вы не спите. Я ведь волнуюсь за тебя. Ты даже не предупредил. И телефон твой отключен. Мама, простите меня. Я очень устал. Хочу спать. Ты где был? Посмотри на себя. Ну что вы так переживаете, мама? У меня были дела. Я не узнаю своего сына. Почему ты так сильно изменился? Мама, чего вы от меня еще хотите? Вы же сказали, держись подальше от Дильдоры, скрывай свои чувства, я же делаю! Ну, скажите, что мне еще сделать? Что вас устроит? Что ты такое говоришь? Ты пьяный? О, Боже! Мама, завтра поговорим. Я хочу спать.
Я хочу поговорить с тобой. О чем? Куда вы ходите по ночам с Бабураке? Может, тебя интересует, чем мы занимались, да? Тебе не стыдно шляться по ночам? Твои родители тебе ничего не говорят? Кто ты такая, чтобы допрашивать меня? До тебя так мне и дела нет. Ну вот, Бабураке, оставь в покое. А если не оставлю в покое? Что ты сделаешь? Как в детстве будешь рвать мне волосы? Пусть вся Махаля увидит, как девушка, у которой на носу свадьба, дерется из-за другого парня. Ну-ка, начинай. Давай. Если так и будет продолжаться, то я расскажу все директору школы. Ты лишишься работы. Прикасаться к себе даже кончиком пальца мне противно. Ты совсем не достойна такого парня, как Бабураке. Потому что ты легкомысленная и невоспитанная. Дильдора! Сейчас же проси прощения. Почему? Проси прощения. Нет, не буду просить. А что, девушка, которая шляется допоздна с парнями по ночным клубам, разве может быть хорошей? Какое тебе дело до нее? Водя с нею, и вы тоже изменились. Вам не жалко вашу маму? Тебя мама прислала? Нет. Впредь, в мои дела ты вообще не вмешивайся, поняла? Да ну. Даже так? Хорошо. Так тебе и надо. За то, что оскорбила меня, ты еще ответишь. Я ж не взял. Бахадыр! Бахадыр! Да, мои документы остались на столе. Вынеси мне. Хорошо. Бахадыр, я опаздываю на работу. Что ты стоишь тут? Брат, что? Это отчеты касательно фирмы под названием Хумо? Да. А что, дело компании передано на расследование? Увы, да. Свою работу мы сделали. Остальным занимаются другие органы. А вы знаете, что ее управляющим является отец Дильдоры? Знаю. Ну и что? Зная это, вы так поступаете? Работа своим путем. Семья своим. Но если что-то случится, брат, то между нами с Дильдорой все рухнет. Да брось ты. Если ее любовь настоящая, то она ни на что не будет смотреть. Брат, прошу вас, передайте это дело другому человеку. Я не хочу, чтобы наши отношения разладились. У меня нет выхода. Делу давно дан ход. Обо мне, вашем братишке, вы хоть думаете, когда до свадьбы осталось всего ничего...
Вы занялись этим делом. Это дело превыше моего счастья. Я тороплюсь. Поговорим позже. Наверное, об этом говорят. Не делай добра, не получишь зла. Значит, он решил разорить меня. Неблагодарный. Фильм переведен и озвучен на телеканале Ойляви. Osalmas hech kim yana dunyoga ikki bora kelmaydi hech bir ona bir onaning o'rnini bosolmas hech kim yana o'gay deb o'ksinma hech ranjima har gapidan zavqlanib yasha inson bu dunyo rohatidan poyida yo'q qiyos timsol yana yer ko'k jahon ichra onadir munis ona jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana yer ko'k jahon ichra onadir munis ona Siz hech kim emas ona mehri dunyoni bezab kelar basma bas jannat ona poyida yo'q qiyos timsol yana yer ko'k jahon ichra onadir munis ona jannat ona poyida Yastım sal yana yürüküp cahan içre anadır munis ana cennet ana payda yok yastım sal yana yürüküp cahan içre anadır munis ana cennet ana payda yok yastım sal yana Yürüküp cahan içre, anadır munis anadır.